Всем привет и хорошее настроение. С вами Рэй. Мы продолжаем проходить Видландс. Цель у нас лидер боевиков. Так, тихо. Как тут не врежься? Так, тут не проедем, нет? Слушайте, по идее должны. Давайте попробуем. Так, бензозаправка. Виабы газ. Ладно. Стоять. Кто-то где-то палит нас. Ах ты, сморчок. На-ка, выкуси, ублюдок. Сдох, зараза. Так, что дальше? Где Летеха? Так, а ты-то что тут стоишь? Я не понял. Ну-ка, валяться. Так, он идет на меня, бежит, по-моему, да? Ага, вот он, гад. Что ты не схватил? Схватил, молодец. Так, врага обнаружили. Перебить ублюдков. Друзья считают, ты бесполезен, а я думаю, тебя можно наказать. Знаешь, как на людей действует вид человека, повешенного на собственных кишках? Не надо этого! Я все сделаю, все! Я хочу, чтобы ты всем рассказал, что тут случилось. Думаете, до них дойдет? Да он же наверняка обоссался со страху. Его свои же засмеют. А представь себе, что сделают повстанцы. Так, ну что, нам это только на руку. Что у них здесь есть вкусненького? Так, ящик с припасами. С медикаментами, хорошо. А, нет, какое, блядь, это продукты. Медикаменты — это задание рядом, автоколонна. Так, старый, иди отсюда. Не видишь, тут уже собирается шелупень всякая. Так, горючка. Ну, мы здесь не задержимся. Все, в принципе, можно отсюда сваливать. Ничего здесь больше интересного нет. Ну, если, конечно, нам здесь сейчас не устроят карнавальную ночь. Вот они, уроды, стоят уже. Вижу. Так, ребят, давайте отсюда сваливать. И побыстрее желательно. Так, это что у нас тут такое? Ага, колонна. Черт. Сматывается. Блин, успеем догнать, нет? Вот виляет, а, зараза. Машину мою виляет, блин. Так, реманцы у нас, значит, да? Открыть огонь. Давай, ребята, открываем огонь. Ну что такое? Во, нормально. Да перестрелять, во. Вот это хорошо было. Нет его. Замечательно просто. Забираем груз. Боман, мы заходим в Ремансы. Есть что-то для нас? Ремансы — главный центр контрабанды. Они применяют новейшие технологии для переправки товара за границу. И охрана у них на высоте. Вам нужно будет собирать разведданные по ходу операции. Что мы знаем о главном придурке? Этого жулика называют котом. Предупреждение. Его считают бессмертным. Это он еще с нами не встречался. Что на него есть? Я соберу все, что есть, и сразу вышлю. Принято. Есть наводки? Кое-что. Неподтвержденная информация о том, что кот оборудовал для своего химика лабораторию в церкви. В церкви? Передаю координаты. Придете, сами увидите. Так, что-то новенькое, да, у нас здесь? Те же обязанности. Так, доступно видео. Досье на кота. Ну что, давайте, наверное, посмотрим. Тебя бессмертным? Неужели правда? Сейчас узнаем. У обычной кошки в среднем 9 жизней. У кота намного больше. Его расстреливали, резали, душили, взрывали, сжигали, сбрасывали с крыши, сбивали, топили. Но он выживал. Он носит медальон с прахом отца, нюхает его, чтобы собраться с силами. Действует лучше, Коки говорит. Смерть дает настоящую силу. Он заведует упаковкой в провинции Реманс. С 16 лет в Санта-Бланке. Его отец был пластическим хирургом. Оперировал звезд кино и наркобарона. Однажды он оперировал крутого наркобарона. И тот умер. Оба понимали, что его ждет. Долгая, мучительная смерть. Кот любил отца. И решил не допустить этого.
В общем, грохнул он своего папашу, я так понял. Ну, а у нас с вами дестабилизация, да? Так, по-моему, повторяемся, да? Да, это мы смотрели. Данные от Bowman код. Ну что же тогда, давайте глянем, где у нас тут можно развернуться. На вас всегда будут смотреть, как на пробравшуюся. Так, вижу, блин, три основных задания, ё-моё. Не слишком ли много? По-моему, даже чересчур, мне кажется. Раз, два, три, четыре задания. Четыре задания. Деньги Нидии. Отыщите личный компьютер. Теперь известно, где личный комп Нидии Флорес. Взломайте его и откройте мне грязные тайны нашей красотки. Ну, это задание как раз для нас, ребята. Поехали туда. Как я умудрилась дорасти? Так, ну что, прибыли. Давайте-ка, ребята, здесь кое-что посмотрим. Где здесь у меня оружие? Мне нужно оружие. Так, боеприпасы тоже пригодятся. Черт, у нас гости. Ну какого Йо, хрена? Вон там, у свалки. Че им не сидится-то все, а? На месте, спокойно, блин. Знаешь, что перестреляй, к черту. Здесь оружейный ящик. Вот мне этот ящик и нужен, оружейный. А, тут еще и повстанцы у них. Серебряный рудник Барвечес. Полагаю, тоже принадлежит Санте-Бланке. Давай, выходи. Она положила лапу на все. Вопрос на миллиард. Кто это покупает? Нефть, минералы, наркокартели и террористов. Все это как-то попадает на рынок. Так, ну что, прибыли, да? А вот ящик, который мне нужен был. Круто. Это мне пригодится. Ну что я могу сказать? Вроде бы как все. Здесь больше ничего мне не надо. Едем дальше за компьютером Ниди. Держитесь, я поведу. Музыка не в тему, вообще не в тему. Начинается вот эта вот хрень. Так, ладно, куда тут у нас идет дорожка? Что это за стена-то такая длинная идет, а? Так, полкилометра до цели. Долетим как ласточки, в принципе. Нидия Флорес, красавица картеля. Ладно, поехали чуть-чуть, давайте сюда завернем. Эх, когда же себе куплю нормальную видеокарту хорошую, а? Чтобы играть без вот этих микроподлагиваний. Ну что, вот практически мы его цели, ребята. Вертолет, тачки, все дела. Пойдемте посмотрим. Так, документацию вижу. О, стоит красавчик. Они тебя увидят, стой. Цель ликвидирована. Так, погоди, наверное, где-то снайпер, да? А, нет, нифига, йо, иди сюда. Открываю огонь по этим гадам. Молодец, подбил его. Так, а вот и бумажка у нас. Тихо, 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 ребята. Ё-моё, сирена. Ну какого лешего, а? Где она тут вообще находится у них? Главное, не подбейте мне вертолет, он мне еще пригодится. Дерьмо. Да дерьмо, это точно, блин. Черт, что за вертолет летит? Оу, елки-палки, ребята, будет сейчас жарево. Полнейшая печок. Скоты, сдохните. Да, я думаю, вертолет мой тут не уцелеет. Где эти документы-то гребаные, а? Так, стоит там чмо, а? Надо... Да, у этого автомата какая-то прицельность хреновая. Так, машина с сиреной здесь стоит у них, да? Ну где вы, олухи? Так, машина с сиреной, это вот это вот. Стоит там, а? Сморчок, на! В пузо прямо. Так, тут-то еще кто? Сдох уже. Блин, я так подозреваю, что прямо в стоящем здании должны быть бумаги, да? Автомобиль Санта-Бланки.
Почему-то не открываются двери у нее. Так, вижу еще одну документацию. Давай быстрее, блин. Так, припасы возьмем. А где бумаги? Чуть не врублюсь я. У нас потери. Давай там оживляй нашего потери. Сам не потеряйся только. Да какого хрена ты делаешь-то, блин, ну давай! Будет в порядке, слышишь? Я уже иду. Вон он, урод, а? Смотри, что делать. На. Мало было ему. На, еще разок. Даже очки слетели. И опять наделись. Нормально здесь. Так, где документы-то? А. Не пойму. Что-то не догоняю немного я. Где-то должен быть здесь, совсем рядом. Чертовы бумажки. Ладно, здесь, значит, все-таки внутри должно быть. Так, ага. Нет, не то. Блин. Подожди, где-то здесь же только что сейчас было. Взять документ. Через пару секунд они будут здесь. Что нам делать? Да ничего не делать, будем защищаться. Давайте сюда пробежимся. Так, это ящик с припасами, да, ящик. Так, пометили. Вот эта машина нам вполне сгодится для отхода. Где же компьютер Ниди-то? Я не могу врубиться, а, ребята? Что за дела? Главное, что прекратилась сирена. Это уже хорошо. Вертолет улетел. Нам сейчас тут спокойно. Тревога утихла. Вижу одного наркодилера. Прямо у контейнера. Так, где документ? У меня хватит, красавчик! Я тебе говорю, все, хватит! Транкила, Рейна. Ты говоришь мне полегче? Знаешь, полегче этого мало. Да спрут просто сраный бухгалтер. Какой от него вред? Чуть не застукали. Идиот! Спрут — эксперт по эффективности. Все знают, что он хочет, чтобы мы отмывали бабки в Монтевидео. И он будет рыть землю, чтобы доказать, что я обуза для финансов картеля. И мечтателю больше не нужна. Он любит Монтевидео, что ли? Красавчик, послушай, ты же знаешь, у нас не увольняют, у нас хоронят. Да, это точно, у нас хоронят. Не свои, так мы. Ну, здесь вроде бы все сделали, так получается. Хотя нет. По карте написано что-то новое. Сюжетное задание. Ну, в принципе, я его ищу. А где же оно находится? Теперь известно, где личный комп Нидии Флорес. Взломайте его и откройте мне грязные тайны наших красоток. Так а где он? Почему он не указан? Не пойму я что-то. Неужели он где-то в машине, а? Да ну, это такого быть не может. Ну, давайте пробежимся еще раз по зданиям. Так, цель какая-то. Нет, вы видели, да? Стоит, ножки потирает. Тут перестрелка во всем, он ножки там все вытирает, блин. Ублюдок. Так, ну что, вроде бы чисто все. Вертолетик целый. Это у нас мирные здесь бегают. Тачка. Тачка хороша. Под сиреной. Давайте я догоню. Да никуда я нафиг не собираюсь, в принципе, ехать-то. Я думал, просто, может, в машине будут документы. Мне этот уже присел ко мне. Черт, да почему не показываются, где лежат документы секретные эти? Ноутбук, точнее. По карте показано.
Здесь нет. Так, здесь мы уже были, смотрели. Здесь все чисто у нас. Так, задание рядом. Деньги Ниди. Черт, а. Ну, поднимемся давай, посмотрим. Вроде бы уже были здесь наверху. Так, за этими компьютерами ничего нету. Тут тоже чисто. Ну, еще, может быть, повыше подняться. Давайте-ка сделаем. Так, ты что тут, игрушечный? Вот ее кабинет. Заглянем, да, в компьютер. А, вижу камп. Вот он. Мы перевели где-то 50 миллионов со счетов Ниди на счета якобы Спрута. Дело не хитрое, но результат будет. Вот это здорово. Вот это просто великолепно. Подстава. Ну что, а теперь можно сюда и сваливать. Здесь уже абсолютно делать нечего. Так, где моя любимая вертушка? Так, ребята, подтягиваемся, улетаем отсюда. Здесь делать больше нечего, наверное. А вертолетки хорошие. Так, взлетаю. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Так, взлетать-то взлетаем. А куда полетим-то? Надо определиться. Неплохо. По крайней мере, он хоть стреляет. Так, уничтожьте восточный склад кокаина. Давайте нам его возьмем. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Полетели в Махакое. Уничтожим этот склад. Тем более расстояние всего 1 километр. Клевое дело. Главное не угробить вертолет. Давай, 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 взлетай! Дерьмово здесь этим вертолетом управлять, если честно. Ни хрена не хочет лететь. Так, ну здесь у нас какая-то пустошь. Здесь ничего нету. Хотя рядом какой-то склад. В любом случае мы это узнаем, если приземлимся. Так что давайте, ребята, приземляться. Что там за деревушка такая, а? Только не говорите, что опять этот склад у вас с кокаином где-то под землей. Тихо, 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 тихонечко, тихонько. Тихонько, блин. Сейчас, блядь, взорвется, нет? Не, пронесло, нормально. Влазит нафиг. Так, ну радиус у нас обозначен здесь, желтым. Тайник с кокаином. Йоу, здесь враги. Здесь боевик с миниганом. Рядом с теми мешками с песком. Так, значит, здесь все-таки у них тайник. Ладно, будем разбираться. Где этот с миниганом? Так, вижу снайпера. Блин, промазал! Да какого лешего? Да... Все, это будет сейчас жесть, ребята. Сейчас он поднимет сирену. Их лейтенант убегает. Их тут еще и двое причем. Они нас засекли. Не шумите. Его больше нет. Так, повезло, ребята. Вот и с миниганом был. Один куда-то почесал. А, это Летеха, да? Летеха. Куда он бежит-то, интересно? Там вроде дороги нету. Так, один, по-моему, где-то там в доме ныкается. Через окно его просил. Твою мать, они идут прямо на нас. Пускай идут, будем встречать. Здорово, ребята. Цель уничтожена. Ну что, кто там из вас следующий-то? Где-то... Ага, вот. Блядь, да что ж такое? Мажу-то, а? По-черному причем. Ну что, надо продвигаться, наверное, я думаю. Что здесь сидеть? Так, погоди-ка, погоди-ка. Какого лешего? Ах ты урод! Еще гранату бросает в меня. Подстрелили, гаденыши. Ладно, я думаю, надо заходить внутрь. Тихо, 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 что такое?
Что тут происходит? Я пока не вижу никаких целей. Но откуда строчат? Ах ты, собака, ты за покрышками ныкаешься. Так, ну-ка выгляни, урод. На. Замечательно. Так, мотоцикл вижу. Так, что у нас здесь? А, уничтожить склад. Опять пленника держат здесь, гады. Давай, давай, иди, иди, дедушка, иди отсюда. Сейчас будет жарко здесь. Хотя какой он там дедушка, бля, вроде нормальный мужик. Тут еще один склад, полный белого золота. Кто тут готов сильно огорчить целую кучу торчков? Так, надо взрывать. Посмотрим, как им шумовая. Какая в бане шумовая? Ты о чем? Ты давай мне гранату бросай, а не шумовую. Так, я не врубился. Ребят, давайте глянем. Осколочная граната. Ну, есть же. Че они мне? Так. Ну, не похоже это на гранату. Опять шумовая. А как поменять? Бросок шумовой. Пипец она шумовая. Насмешили. Нет, ну сейчас, ребят, совсем не весело, потому что я не знаю, где у меня осколочные гранаты. Неужели их нету? Я не тратил. А кроме как гранаты, здесь больше ничем не подбить их. Хм, классно. И как вы изволите мне взорвать вот это все? Садится сюда, нет? Хера он садится. Есть, конечно, один нелепый вариант. Подогнать сюда какую-нибудь технику и ее взорвать. Но я сомневаюсь, что оно тут все разнесет. Да, стрелять тоже бесполезно. Вот это попадос, ребят. Вот это попадос. Вместо гранат у меня какая-то шумовуха. Расстрелять невозможно. В инвентаре хрен знает, как ее выбрать. Хм. Да. Даже С4 нету. Но он мне не изучен. Все закрыто. И ракетница закрыта. Только приманка. Ну, приманка здесь вообще никакой роли не сыграет у нас. А если потратить все шумовухи? Предположим. А бросим-ка им вспышку. Вспышка. Вспышка. Какой-то пук. Я бы так сказал. Блин, у меня даже подствольника нету. Пришел уничтожать... Вижу двух боевиков. Покажи. У входа в лагерь. Пришел уничтожать склад. Это готов. А уничтожать и нечем, да? Порядок, все хорошо. Да ничего не хорошо, кстати. Ничего не хорошо. Очень все даже плохо. Блин, так бы кислородный баллон туда бы отнести, да взорвать его. Блин, ну глупость получается, конечно. Вот она лежит, уничтожай, а нечем. Пригодится. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы.
Так, тут тоже припасы, смотрю, какие-то есть. Давайте заберем их. Жрачка для повстанцев. Вижу бандита с ПП. Да бандиты, где понятно. Мне нужно уничтожить склад. Причем здесь твои бандиты? Столько наркоты, блин. И нечем взорвать. Ну, я уже даже не знаю, что и сказать, ребят. Я расстроен. Подогнать сюда машину. И хлопнуть ее здесь. Получится, не получится, я не знаю. Так, кто там у нас палит? Наверху кто-то есть, оказывается, да? Блин, да куда же у меня гранаты-то все делись? Я вроде их не использовал. Шумовуха откуда взялась? Откуда она? Тоже их не трогал. Точнее, не собирал, не поднимал нигде. Не любил бы этот гранатомет какой-нибудь, да? Как бомбанул туда разочек. И делов. Я за рулем. Так, ну что, давайте попробуем. Я уже не знаю, как тут еще. Своего же тут давить начал. Давайте развернуть. Готов, поехали. Так, ну что, вот так вот, если только попробовать. Не знаю, прокатит, не прокатит. Другого варианта нету. На землю, вертолет. Так, а вертолет у нас убирал, да? Так, загорелся. Ну давай, взрывайся. И чё? Ё-моё. Мы их разбудили. Повстанцы устроили перестрелку с картелем. Наши действия? Повстанцы, блин. Перестрелка между единством и повстанцами. Даже не делать? Успел пикнуть, сдох, блин. Повстанец, а. Ни опыта, ни хера. А то, что федералы накатили, это, конечно, плохо. Это очень плохо для нас. Я так, мы взяли мы припасики. Открываю огонь. Ё-моё, единство это грёбаное. Сука, мать. Это будет нам плохо сейчас. Так, они вызывают подкрепление еще. Сейчас тут прилетает всякого говна, блин. В общем, я думаю, со складом я здесь пролетел, ребят. Видите, только шумовой. Посмотрим, как им шумовая. Нету моих гранат обычных. Разрывных, блин. Пшикалка сраная, никудышная, блин. Расстреливать тоже бесполезно, сами только что видели. Ладно, берите на вертолет. Слушайте, а если с вертолета расстрелять получится, нет, как думаете? Бросок шумовой. Шумовуха. Ты мне не всрал, что говорится. Просто тачка, джипарик.
но это, по-моему, как повстанцы. А может быть, нет. Короче, с вертолета бесполезно тоже расстреливать, ничего не имеет такого эффекта вообще. Здание не разрушается. Приготовиться. Огонь. Я понял. Огонь, у нас уже вертолет дымит. Огонь, думаю, приготовиться. Открыть огонь. Принято. Приготовиться сдохнуть всем в одночасье. Приготовиться. Огонь. Я понял. Кто кого, как говорится, да? Главное, я понял и ни хрена не стреляю. Лейтенант убегает. Одним врагом меньше. Блин, я летел к бомбу. Так, они еще подкрепление отправляют ко мне. Вода, что ли, мешает? Слушайте, по-моему, я отстрелял свое. А вот этот звук уже... что будет сейчас плохо, ребят. Мы теряем горючее. Тихо, 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 не дурук. Не дуркуй. Прочь оттуда, скорей. Давай, давай, выматывайся. Сорванет нафиг. Так, 100 метров до цели. А что это такое, не могу понять. Это кладбище, что ли? Лейтенант убегает. Взять легенду. Ох, сколько вас тут, ё-моё! Так. Тут медаль картеля. Какой-то бандит расстроится из-за пропажи. Я вижу только легенду. Так, легенда получена. А где медаль? А, вот и медаль. Да поднимешь ты ее или нет, а? При таком-то бабле картель мог бы делать медали покрасивее. Так, очки навыка плюс 3. Замечательно. Ну что же, вертолета у нас нету, на подходе федералы. Склад мы не уничтожили. Полностью провальное получилось у нас задание. И в тачку садиться тоже нет смысла. Сейчас рванет, он уже горит. Где вы там, уроды? Так, минус одно. Давай, где там второй у нас? Опа, ребята, я уже добился двух галочек. А это значит все, мне кранты. Сейчас вертолеты прилетят. Надо сматываться нафиг. Так, давай, ребят, за мной. Все сюда. Принято. Запрашиваю отвлекающий огонь. Я знаю, Мико. Так, входящий звонок. Окончен. Да какого хрена ты тогда? По своим же открыл огонь, идиот. Так, патруль отстал. Ну это хорошо. Это просто замечательно. Ладно, побежали до этого сарая, добежим, посмотрим там, что есть. Так, есть у нас там вертолет, есть у нас горючая машина. Столица провинции, главный рынок. Тут неизвестно ни хрена.
Ну ладно, ребят, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем выпуске. Всем до скорого, всем пока. You can't stop bounce.